Легендарная группа «Нанана» «Золотой шлягер» в Могилев приехала вместе со своим неизменным наставником Барри Алибасовым. Буквально ко всем традициям фестиваля ребята отнеслись серьезно. Особенно впечатлились закладкой кленовой аллеи. Четыре руки сажали дерево и даже запели от удовольствия. Клен ты мой опавший! Вот кулавочка. Творческой мастерской, дружно взявшей за кисти, нанайцы рисовали свой шедевр. Такой палитре и имя символичное дали. Радость, автограф, фото и к журналистам. А в пресс-центре признались, потому что фестиваль по счету 13-й относится спокойно, хотя свои приметы все же есть. Нет, мы не суеверные люди. Не, у нас есть какие-то свои артистические, может быть? Ну, артистические, да, приметы есть какие-то. А вот так, что... Знаете, когда мы взорвались, самолет у нас сгорел, это было почему-то 1 января. И 11 года. Да, и не в 13 часов, а не 13 числа. Поэтому произойти все, что угодно может в любое время. И вот есть артистические, да, штучки, вот, которые, как бы, ну... Ну, например, вот мы не грызем семечки. На гастролях. Нельзя класть афиши на мягкое. Афиши на мягкое, да. Что еще? Что еще у нас? Ну, в принципе, немного. Своих новичков солисты первого состава «Нана» холят, лелеют, в обиду не дают. Поджимаем их. Они нам носки стирают, шнурки гладят. Дедовщина, они нас гоняют, не мы. Это правда. Они... Ну, хорош, ладно. Показуху не надо. А вот что думаете, они мы приезжаем на гастроли, они спят в гостинице, а мы вдвоем на саундчек. Да, мы на саундчек, они отдыхают. Ребята, там съездите, мы не поедем. Мы все подготовили. Они, то есть, ну, мы несем большую, как бы, нагрузку, чем они. Кстати, у новенького нанайца Сергея Григорьева белорусские корни. Но самое главное, что я забыл о том, что у меня все-таки корни с Беларуси. У меня у моей мамы отец белорус Бусалов. То есть он, как бы, вот корни отсюда имеет. Я, кстати, про это тоже забыл. У меня мои родственники, вот сестра моя хочет купить здесь у вас дом с участком. И брат тоже говорил. Все хотят сюда, а здесь им очень они бывают. Потому что здесь в колбасе и в тушенке есть мясо. Всем, кто уверен, что «Нана» поет под фонограмму, ребята утерли нос. Прямо на пресс-конференции спели акапелла. Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй во славу нам. Царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя, царя храни. На фестивале ребята исполнили свои шлягеры «Шляпа», «Фаина». Под впечатлением остались и зрители, и сами нанайцы. Вот это фестиваль самый крутой, самый позитивный, самый классный. Ура, Беларусь рулит. Ура, спасибо всем. Мнение артистов и подробности закулисной жизни фестиваля смотрите каждый будний день на утреннем канале. Просыпайтесь вместе с нами, чтобы узнать все самое интересное о фестивальной жизни.